Всем добрейшего времени суток, с вами снова Гараныч, и это третья часть видеопрохождения, дополнение для игры Ведьмак. Дополнение называется «Цена нейтралитета». Так, ну, мы сейчас должны встретиться с Эскелем, это второй Ведьмак, он постарше Ламберта, и вот как раз Дейдра вроде бы как является его... Детем предназначения. Так, ну вот сюда мы идем не к Эскелю, а на самом деле здесь тупичок такой небольшой. Здесь еще одна виверна. Она нам пригодится, как я уже в предыдущем видео говорил, для побочного квеста. Этот квест, наверное, в четвертой части возьмем. Я, по крайней мере, надеюсь. Значит, здесь тупик, виверна, и тупачок лежит там с алкоголем, по-моему, в кармане или что-то в этом роде. Сейчас увидим с вами. Так, что тут у нас? Ну да, тут еще и монета есть. Кинжал, который нам нафиг не нужен. Вот. Сейчас я буду тупить. Где-то около минуты пытаться знаком арт прошарашить вот эти колонны. Хотя они здесь не поддаются по-любому. Но это такая замануха для идиотов, по-моему, сделана. Потому что... Это пещера, даже не пещера, правильнее сказать, это шахта. Она имеет как бы два входа, но один из них правильно, этот один находится где-то у подножья горы, на которой стоит крепость Каэр Морхен. А это как бы вот такой тупичок небольшой. Вот. То есть карта нам сразу показывает, что да, там первая пещера, вторая пещера. Выход даже есть. Здесь нет даже входа. Что долбиться башку здесь бесполезно абсолютно. Ну не суть. Так, ну, как нам сказал в предыдущей части Ламберт, Эскель находится в пещере, охотится за кикиморами. Ну, нам нужно встретиться с ним для продолжения квеста. Квест основной, еще раз напомню, называется «Волчица». Помимо всего прочего, нам нужно тут по берегу реки бегать и мочить волков, пока не наберется 20 штук печени. Пока их сейчас 11, сейчас 12 добудем, но, как я уже говорил, здесь только вот ночью они в больших количествах встречаются, и, кстати, это очень опасно. А фишка вся в том, что среди них частенько попадаются вожаки. А если вас окружат обычные волки, ну, как-то выживете. А вот если с вожаком, то на данном уровне прокачки ведьмак ляжет. Причем сразу. Насколько я помню. Все давно играл. А вот еще один волк у нас сейчас встретится. Давайте сейчас мы его отканифолим по-быстрому. А, вот еще второй. Ладно. Оглушение ардом и добивание. Все. Смотримся по сторонам, вроде никого нет. Кстати, в данный момент я пишу фрапсом. Дело в том, что с картой захвата я могу, конечно, записать, но это, знаете, как-то под стол лезть, переключать HDMI кабель, потом, ну, не знаю, меня пока устраивает, по большому счету. Конечно, карта захвата — это что-то с чем-то, это захватывать изображение экрана со своего компьютера с помощью карты захвата, по мне, так это извращение. Ну, если у кого нет программы для захвата, то да. То есть тут можно как-то выйти. Плюс еще карта захвата, она же VH264, если не ошибаюсь, пишет. А можно и в MP4 писать. То есть фрапс всем хороша, но она пишет, как вы знаете, только в формате AV, не компрессионном, а обычном AV, поэтому это дисковое пространство очень много занимает. Ну, извините, я тут отвлекся.
А вот движуха пошла, архиспоры, они здесь повсеместно практически встречаются. Еще раз скажу, что серебряный меч, силовой стиль и, грубо говоря, знак Игни. С одного, может, вы ее не убьете разом, но вот если Игни прокачан на поджигание, то архиспора очень быстро загибается. Собираем с нее весь лут, который там выпадает. По идее, можете с ним не драться, просто пробежать. На всякий пожарный. Но вдруг для создания эликсиров нам не хватит какой-нибудь энергии. Здесь не так мало. Вот я в прошлой части говорил, что здесь, ну, баги встречаются. Здесь вот один из таких. Даже не багов, просто картинка притормаживает. Но это не из-за того, что компьютер слабый или там качество графики очень высокое. Да, оно высокое. Но в игре такого практически не встречается. Так, мы нашли место силы. Вот здесь вот находится оно. И видим уже вход в шахту. Сейчас нам предстоит долгое рубилово-мочилово с кикиморами. Так. Это очередная архиспора, что ли? Да, вот она. Не, я могу, конечно, качество графики понизить, но я уже попробовал. В принципе, это не влияет на вот это подлагивание. Здесь около входа в шахту есть костер. Соответственно, давайте кремний не тратить, а просто подожгем знаком огня его. И наконец-то слабаем себе какие-никакие приворотные зелья для того, чтобы нам было полегче в пещере, потому что в пещере темно. Да. И вот все, что нам нужно. Гром не советую. Если кто помнит, эликсир Гром, он увеличивает силу наносимого мечами урона, но ведьмак не сможет увернуться от контратаки противника, поэтому... Ну, зелье Рафарда Белого тоже можно, в принципе, по идее бы сожрать, но это на очень сложных уровнях, исключительно потому, что они не сожрать, а сделать. Наши кикиморы очень больно кусаются, и обычно они травят свою жертву. Прошу прощения. Так, вот давайте переместим слоты. Все, что мы там надыбили. В шахте ничего сложного не будет. Сейчас я все объясню, и вы все увидите. Так, отлично, давайте в шахту идем. Сейчас встретимся с Эскелем. Привет, Геральт. Привет, Эскель. Я хотел поговорить с тобой о Дейдре. Хорошо. Но сначала давай разберемся с кикиморами. Мы должны уничтожить их коконы. Для этого лучше всего использовать знак Аард. В пещере темно, так что возьми эликсир кошка. Идем. Ну что здесь можно порекомендовать? Естественно, выпить ласточку, усиливает регенерацию здоровья, плюс филин, увеличивает количество энергии, которую Геральт может истратить во время применения знаков. И плюс кошку пьем, ну, для того, чтобы все видеть в темноте. Это где-то примерно половинное отравление организма, так что ничего страшного. Вот для этого, кстати, иногда служит зелье Рафарда Белого. А, как нам подсказал Эскель, самое простое, не обращаем внимания на кикимор работниц. И знаком Арт глушим вот эти вот голубые яйца.
сразу будет видно, что мы их уничтожили. Вот видите, там молния появляется, значит, все. С кикимрами не разбирайтесь, только в крайнем случае. Дело в том, что они здесь респаунятся постоянно. И после того, как мы вот в очередной пещере все кладки уничтожим, то появится кикимра воин. Вот такая опасная тварь. Но опять же, лучше всего ее, конечно, не сбивать с ног, как я это поначалу решил сделать, а тупо поджигать знаком огня. Там двух раз достаточно, и силовая техника. Так, вот она. На кое-что нам вот она. Ну, почему здесь арт практически неприменим? Если вы играли в игру, вы должны помнить, что таким разумным она к нокдауну не расположена. Только может избить ее слаб с ее, это и все. Если она вас очень начинает доставать, просто отбегайте. Она будет разбираться со скейлем. Можете быстро в стиле с ней биться, когда она вас не сможет ударить, но это больше времени займет, чем при использовании силового стиля и серебряного меча. Да сдохни же, скотина. Первая пещера очищена. Идем дальше. Может, ты расскажешь мне что-нибудь о Дейдре? Дело было лет 20 назад. Я спас отца Дейдры от оборотцев. Не знаю, что мне ударило в голову. Должно быть, в свое время наслушался рассказов Весемира о праве неожиданности. Мы все их наслушались. Князь, обрызганный кровью оборотцев, посмотрел на меня и сказал: «Ты спас мне жизнь, ведьмак. Я у тебя в долгу. Говори, что хочешь получить в награду?» Единственное, что пришло мне на ум, так это небезызвестное: дашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Я вернусь в Каенгорн через 6 лет, чтобы узнать, благосклонно ли ко мне предназначение. В Каенгорн я так никогда и не вернулся. А потом разразился скандал с этим проклятием Черного Солнца. Но это уже совсем другая история. А нас еще ждут кикиморы. Хорошо. Но у меня еще будут к тебе вопросы. Не знаю, как вам, но вот голос парня, который переводит Эскеля, меня очень сильно раздражает. То ли у них в сценарии было написано, что Эскель находится под действием даже неизвестного Геральта мутагена, который замедляет речь до такой поганой степени, что вообще уже пока дождешься, там умрешь, блин. Может, сам актер что-нибудь вкурил. Может, переигрывает, хрен его знает. Так, всего здесь находятся 3 пещеры. Самое, как бы, как опасное, не опасное, это 3-я, потому что там в конце появятся 2 больших кикиморы. Но опять же, если вы правильно прокачали знак Игни, то проблем у вас не будет с ним. И да, если вы силовой стиль прокачали. И если вы там первое видео посмотрите, это как раз восприимчивость к ядам сделал, чтобы Геральта сразу же не травили через какое-то время. Давайте сушить яйца. Опять же повторюсь, нафиг не обращайте внимания на метки кикимор. Пусть они за вами бегают, они за вами даже не успевают. Если вы видите, что к чему. Здесь по 4 кладки в каждой пещере. Ничего не путаю.
Ну, здесь мне скучно стало, поэтому давайте там помахаем групповым стилем, серебряным мечом. Очень мне нравилось в первом Ведьмаке, как он групповым стилем раскидывал народ. Ну, не только народ. Эскель, если вы заметили, большие, он только полирует, фактически не бьет. Так, это все, да? О проклятии черного солнца. Не скрою, это дело меня заинтересовало. Я даже подкупил одного чародея, и он позволил мне взглянуть на документы, предназначенные для совета чародеев. Я выписал оттуда самое важное. Судя по всему, у чародеев, как обычно, все пошло наперекосяк. Сабрине Глевисик поручили обследовать княжну Каенгорн. Это была ненависть с первого взгляда. Какого-то парня не поделили. Ох, бабы. А потом все стало еще хуже. Сабрина решила, что у нее достаточно доказательств мутации Дейдры. И чародейка решила подвергнуть княжну настоящему обследованию. Уверен, ты понимаешь, что у Дейдры не было никакого желания становиться подопытным кроликом. Тем более, что она была княжной. Она убедила нескольких рыцарей князя убить Сабрину. В замке Каенгорна разразился кровавый бой. Было много жертв. Среди них была какая-то жрица. А жрица-то тут при чем? Ни при чем. Просто оказалась не в том месте, не в то время. Когда все закончилось, Дейдра бежала из замка. А погоня продолжается и по сей день. Именно. Я отдам тебе свои записи о проклятии, когда покончим с кикиморами. Ну, пора за работу. Ну, как вы мы с вами услышали сейчас, то есть и Сабрина тоже рыться в пушку, поэтому она нам правду-то точно не сказал. Полуправда. Больше похоже на правду, так что... Опять повторюсь, здесь нам придется выбирать из двух зол меньше. Поэтому у этого дополнения 4 концовки. Вот так. Ну, продолжаем. Геноцид кикимор. Так, вот мы оказались в пещере, которая примыкает к тому первому входу. Помните, трупеть? Сейчас еще немного, еще чуть-чуть. Пришли мне эти лаги. Оптимизации ноль. Себя, вторую оставляем Эскелю и свою жарим просто. В хорошем смысле этого слова, это не точно. Ведьмак, конечно, мутант, но в такой же степени.
Ну так что, Эскель, что будем делать с Дейдрой? Я не знаю, Геральт. Действительно не знаю. Я понимаю позицию Весемира, но я не хочу отдавать девушку чародейке. Уверен, в этом случае ее ждет страшная смерть. Это решение должен принять только ты. Знаю. Хотя в данный момент это дело касается и тебя. Оно касается всех ведьмаков. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Отдай мне записи и давай убираться отсюда. Ну так вот, и на самом... Как? По поводу вот этих записей, если я не ошибаюсь, Скель нам их отдаст только после того, как мы поговорим, кажется, с Весемиром. Но это мы уже в следующей части будем говорить. Тут у нас дополнительная информация появилась. Угу. Давайте выбираться из этих пещер. И насколько я помню, Эскель будет стоять рядом с Ламбертом, где Брод. По-моему, это очень удобно, так как если мы бы собрались ночью пойти в охоту за волками, то можно было бы собрать толпу волков и подогнать их к Броду. То есть и стоять ничего не делая. Потому что это Ламберт с Эскелем с удовольствием бы их порубали в капусту в квашеную. Так что, может, я так и сделаю, не знаю даже еще. А сейчас я просто хочу проверить, действительно ли он туда побежал. Ну, после этого мы пойдем, наверное, все-таки в Каэр Морхен. Так, ну здесь, если вы не заметили, еще один костер, ну... Поговорим позже. Ну, отведите, он нам говорит, что иди ты в жопу потом. Все-таки давайте следовать за ним, а после этого, наверное, если мне не изменяет память, там, по-моему, при входе в Каэр Морхен где-то, да, там, по-моему, тоже костер один находится, его подожжем и подойдем к воротам Каэр Морхена, и на этом часть, наверное, все-таки закончится. Так, ну, с вами был Горыныч, это была третья часть видеопрохождения. Дополнение для игры Ведьмак, и называется это дополнение «Цена нейтралитета». А всем спасибо за просмотр, всем счастливо, пока. Собери всю возможную информацию. Волк! А ты что думаешь обо всем этом? Я думаю, надо преподать урок этому Франту и его ведьме. Пусть знают, как угрожать ведьмакам. Назовем это уроком уважения. Значит, ты считаешь, что мы должны вмешаться? Это они сюда пришли, не оставив нам выбора. Уступить значит проявить трусость. А ты не подумал, что будет чувствовать Эскель, если мы отдадим им девчонку? Я пытаюсь посмотреть на это дело с разных точек зрения. Волк! До встречи. Собери всю возможную.
Thank you.